это методические наработки наших педагогов, это дидактический материал для уроков преподавания английского языка, истории, русского языка. И, соответственно, этот опыт сегодня будет предложен коллегами. Если им это будет интересно, они могут воспользоваться данными методическими разработками для построения своих уроков. Одна из форм проведения уроков, которая сейчас получает активное развитие, связана с компьютерами. На семинаре учителя протестировали эту систему, проверив, как педагог может контролировать выполнение заданий учениками на своем компьютере.